Вот это красиво. Сейчас попробуем вернуться туда, где выходила. Ну, такая же, наверное. Я думаю, поставлю другой цвет. Посмотрим, может, на него она среагирует. Пойдем. Вот такой вот мы поставим. Она была тоже возле ног, тут почти выходила. Сейчас попробуем. Видел, опять выходила. Резину вообще остановил. А цепер сели в домик. Ну, килограмм, наверное. Что-то у нее с глазом это в порядке, а этот какой-то засвеченный. Ну все, спасибо. Давай, не притворяйся. Он стоит. Все, пошла. Спасибо. Ну, это та, видимо, щука, которая выходила тогда у меня здесь. Которую пришел доловить и доловил. И еще один цвет резины разловил. Я думаю, надо уже немножко дальше двигать. Тут уже, наверное, не будет она больше стоять, еще одна. Поэтому пойдем дальше. О! Нападение с выброса. Ай, хорошо. Я только хотел сказать, что когда щука возле самых ног клюет, и ты видишь эту поклевку, это, конечно, много стоит того, когда она хватает. Но хочется вот так, чтобы издалека, да, подержать ее. А, идет, идет. Ну, это мелкая вертолет. Ну, ничего. Тише, тише, отцепишься? Не, видимо, надо помочь ей. Ну, главное, не испорти нам резину. Мы тебя отпустим. Ну, что ты начинаешь? Отдай. Ну, карандашик. Все равно. Спасибо. Видимо, на голову попал ей. Что сразу же взяла. Такую бы на килограмма 4-5 сдалека потащить. Вот это приятно. Да что ты будешь делать? О, какая резвая. Опа-па. А у нас там еще одна подошла. Только она уже крупнее гораздо.
О, бьет, бьет маленькую. Смотрите. Крупная щука бьет маленькую, которую взяла. Ну, отцепляйся. Ну. Вы видите это? Она уже набрала травы, блин, если я маленькая. У меня первый раз такое. Чтобы щука атаковала щуку, которая уже сидит на крючке у меня. Ничего себе. Ну ладно, я эту крупную сейчас еще доловлю. Пока эту отцепим. Такого, конечно, я не ожидал. Ну, вот такую, ну, грамм 300-200. Хочет атаковать щука, которая, ну, килограммов 2-3. Я надеюсь, он ее сейчас не съест. Поэтому мы ее отпустим вот здесь. Пускай она отдохнет немножко. Это, конечно, да. Ну, такое у меня в первый раз, чтобы вон здесь прямо... Ну, то, что вообще щука атакует щуку, которая у меня она сидит на крючке, причем возле самых ног, и не боится. Интересно видеть, посмотреть было на это. Я не знаю, было вам видно, не было. Я пробовал уже много воблеров на этой точке. Поставил сейчас эту резину. Если не будет, пойду дальше. Дождь начался, похолодало немного. Не знаю, будет что-то еще, не будет. Перешел на резину уже окончательно. Ну, в одном месте еще воблера попробую. Вот так все. Вот это да! Вот это красиво! Спасибо. Хорошая была. На свечке по классике выплюнула. А щука красиво сошла. Свечка и выплевывает. Все как полагается у нее. Ладно, будем заканчивать рыбалку сегодня. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. До новых встреч. Пока.